Друзья, всем привет! Меня зовут Илья, я юрист и ведущий специалист московского представительства холдинга «Русская Америка», американский визовый центр. Меня зовут Катя, представляю компанию «Форма Моделс» и модельное агентство «New Faces» в Москве. Кстати, вчера мы снимали видео девочки-модели, мы с ней приехали на работу. Ее зовут Лола, она имеет рост 75 сантиметров. Я у нее брала интервью и спрашиваю, какие первые шаги совершает модель, чтобы поехать в нее. Достаточно интересный состоялся разговор, советую посмотреть его на YouTube. Да, со мной многие знакомы по нашим предыдущим роликам. Я делал ролик в Замоскворецком суде города Москвы, где мы подавали иск. А до этого делали видеоролик в головном офисе компании «Русская Америка» с Юрой. Я ездил недавно в США, пообщался там с банкирами, с адвокатами. С адвокатами, да, с очень интересными людьми, они много чего рассказали. Теперь Америка стала для меня еще ближе. Кстати, да, по поводу Америки хотелось бы сказать, что Нью-Йорк — это такой замечательный город, очень красивый, он захватывающий. Советую всем уже начать первые шаги делать, чтобы поехать в Нью-Йорк. Начать хотя бы с турвизы, загранпаспортов, действительно стоящее место, стоит посмотреть. Да, ребят, хотел вам рассказать, вернее, ответить на ваши вопросы, связанные с франчайзингом. Там некоторые называют нас посредниками, но там на самом деле никакого посредничества нет. Вот, есть компания зарегистрирована в городе Москве. Вот, эта компания заключила договор о франчайзинге с компанией «Русская Америка». По этому договору мы поставляем Юре клиентов, за это имеем свой процент, и этот процент он не взимается с клиента. Вот этот процент мы получаем непосредственно от компании «Русская Америка», то есть цена за услуги в Нью-Йорке и цена за услуги в Москве, она одна и та же. То есть если там стоит кейс беженства одну сумму, то же самое будет и в Нью-Йорке. Но единственное, что просто в Москве тут как бы больше гарантий, потому что компания зарегистрирована здесь, на территории России, и в случае чего тут как бы можно что-то там, ну, предпринять какие-то действия, хотя этого не будет, потому что перед тем, как заключить договор, я специально съездил в Нью-Йорк, я посмотрел, как там поставлена работа у Юры, и действительно, ну, просто классно, то есть, ну, да, человек действительно специалист. На Манхэттене огромное такое помещение, там все очень классно. Кстати, касается девочек-моделей, то же самое. Девчонки, вы тоже ничего не переплачиваете, когда приходите непосредственно ко мне, абсолютно такая же сумма, $980 это стоит, все те же, тот же самый пакет услуг, вы получаете на территории России, уже с документами, с договором едете в Нью-Йорк, и вас там уже встречают. На самом деле это стоящее место, обязательно съездите, еще раз повторюсь. Наши контакты смотрите на сайте «Русская Америка», смотрите наши ролики на YouTube. Да, всем спасибо. Да, мы находимся на Кузнецком мосту, Лубянка. Вот, наш адрес — улица Пушечная, дом 7/5, строение 2, третий этаж, 6-я комната. Приходите, будем рады вас видеть. Шестой офис. Да, шестой офис, точно. Всем всего доброго, пока. Пока.